Рандом-то, да? Какое? Какое? Ферму? Или с кузнецом, которая? Или вообще ту, которая ебанутая, блядь? Их же много рандомных. Наркоман на орехе. Он это... Грибномес. Ну, плюс 4 пахи, 15 армора, конечно. А у тебя ГАСТа нету биткоин? Или гидры? Или там какого-нибудь другого ОЕ? Что тебе нужно? Что тебя беспокоит? В чем дело? Ну, биткоин это слабая контра. Он тебя выебет, мне кажется. Прям жестко. Вампир, кстати, слабый эндед. Собака ебаная. А хуй с тобой. Хуй с тобой, чел. Продать потом будешь. Где-то у нас третий лайн наркоманский очень. Ну это, кстати, проебанная катка, пацаны. Там гарантирую это. Катка проебана. 100%. Её тут уже никак не выиграли. Вообще у меня есть неплохая связочка, мне нравится. Нравится связочка у меня. Слушай, сколько же там биткоин дерева нарубил? Наверное, много. Ну это хилора прям очень хороший пик, все есть. Повезло ему очень. Он как раз с некрами застрянет. Сика такая флаг поставил. Что-то я даже, блин, не чувствую, Undead. Я что-то даже не чувствую, понимаешь? Сопротивление. Сопротивление я не чувствую, Undead.
Потому что у него на 2 веспа больше. Дракончик ба. Но я его нерфил, ты же в курсе. Очень жестко. При этом Агар его понерфил даже жестче, чем я просил. Еще больше нерфить его нет смысла, пацаны. Ну так скажу. Агара жив в наших сердцах. Понимаете, да? В целом, по статистике биткоина, ящеры сосут от некров. Тебе нужно какого-то, ну не знаю, жесткого танка вперед, который будет блочить много урона. Желательно Акса какого-нибудь, чтобы рубил всю мелочь. Ну да, скотина на инкомил. Блин, я вот не хочу брать поджигалку. Я бы взял поджигалку, но не хочу. Ой, Undead промахнулся, какая жалость. Какая жалость, что Undead промахнулся по вампиру. Придется взрывать Undead, да. Придется взрывать, походу. Посмотрите, какие толпы ходят в мид. Это ж пиздец. Угу, понимаю. Понимаю. Не успел руина. Ну ладно. Не успел и не успел, бывает. Что случилось? Да прибудет с нами свет. Познай гнев света. По имя серебряной длани. На нас напасть. Я видел это во сне. Мы жестко проебываем все лайны, мне кажется. Кроме моего. Но мой тоже потом рано или поздно скопится и проебется. Я на самом деле сам хотел взрыв отдать. Но проблема в том, что по итогу он до меня так и не дошел ни разу адекватно. Ну, Фоксин, может, и сильнее тебя, но остальные лайны не внушает мне доверия. У Деда есть одна ошибочка, которую он не сделал. Я не буду ему озвучивать ее. Неприятно, конечно, неприятно. А что поделать? Зря продажа была, там бы он и так умер. Ладно, скажу, секретная ошибочка. Чего он может скопиться, на самом деле, неприятно будет. Было мне нелегко, с помощью ребрей.
высоко. Едва подняться я пытаюсь. Мурлок очень на самом деле руинит мне. Это Макс Лайт. The карта? Не знаешь самую известную карту в Warcraft 3? The War. Лол. Лучшая карта. Лучше нет. Ну что, до биткоина все совсем хуево. Ну у него, конечно, есть черепах, но черепаха ему, конечно, не поможет уже в такой ситуации, но это все равно хороший юнит. Не хочется взрыв сдавать, но мне пиздец вампира надо продать. Мне очень руинит сейчас. Да, в школе расскажешь. Любой знает, что вампир — это начальная игра. Отвратительный взрыв. Вообще не вовремя. Я мог его куда позже сдать. Но что поделать. Вперед этого чела поставим. Пригодится. Гара, какие ваши похороны? Мы ждем ваше возвращение, Гара. Мы верим и надеемся. Коин, против некромантов есть АУЕ артефакт, если у вас нет АУЕ. Явно не глубокая заморозка. Есть огненный шторм, есть или да, но он хуёвый, конечно, есть где эта хуйня? Вулканическая бомбардировка и так далее. Есть копыта, в конце концов. Много АУЕшных артов есть. Как видите. Думом? Он дома купил в артах. Ну, я говорю, это Макс Лайт, ебаный. Он чисто руинит специально. Но зато он хотя бы аресу проебал лайн. Что приятно, конечно же. Да, да, Андет проебал, жучки. Жучки вам не помогут, Андет. Очень много голды вы проебали, Андет, знаете? Очень много голды вы проебали. Думаю, второго можно построить, это отличный танк. Не факт, что он не выпадет еще. И свапать надо. Это хуёво. Это хуёво, а чё нам? Даже не знаю. Может, в принципе, пару таких юнитов сделать. Даже не знаю. Не хватает работяг.
А, так у тебя еще и старый ПК есть у Агары, наебщик. А сколько КД у Дума, пацаны? Я вот помню, что я говорил, вроде сделать этого Дума дороже, а Агара так и не сделал. Типа 700 голды. Потому что вот такие всякие руйнеры делают такие вещи неприятные. Привет, народ. Неприятные товарищи. Кстати, ну это ж ты, блядь. Твой стиль, нахуй. Твой стиль, блядь. Надо дерево копить. Морец, почему ты его не можешь задушить? Он 700 голды всрал на итем. Ты просто должен его переезжать жестко, жесточайше. Понимаешь, он нам подсирает лайны. Мы, конечно, держимся, но ты-то должен его выебать. Жестко, за то, что он 700 голды, блядь, потратил. У него 1-0, кстати, по грейдам. Нет, это, кстати, посос. С тем челом 1-0 грейды, это не прощается такое. Не коплюсь. Может, потому что тебе, блядь, волков чем-то закрыть надо, они как бы не танки, Рез. Тебе нужен милишный танк, а не танк-танк. Ну, как видите, дурачок взял демона и проебал лайн, очень интересно. Биткоин, глубокую заморозку продай, я не знаю, нахуй она тебе вообще нужна. Там настолько-то хилор тебя сейчас выебет по инкому. Почему ты не сопротивляешься абсолютно? Ты эту хуйню делаешь. Там, блять, на 1000 уже, 1500 нахуй минимум. Зачем ты, блин, таурена взял? У тебя же аксы были. Типа таурены не ауешат, если что. Тебе нужны пирс дэмэдж против гомункулов. Пирс нужен. В общем, странное что-то. Очень странное. Да-да. В школе расскажи про своих жучков, Андер. В школе расскажешь про своих жучков. Ну у тебя 8-0 биткоин, поэтому ты проигрываешь. Типа, если бы ты сделал 8-2, ты бы как можно раньше смог сделать больше прокруток и более адекватно отбиваться. Ну а что ты артефакт какой-то странный взял, который тебе абсолютно не поможет? Вижу в курсе. Если ты ауешный арт взял, тебе было бы намного проще играть. Ну это твои ошибки, я тебе говорю. Бля, деда не могу построить. Я бы мог взять арт, чтобы Бетховену там на лайне помогать, но я не думаю, что ему что-то поможет сильно, критично. Он настолько лайн въебал уже, что там никакая помощь не спасет его. Он должен сам как-то выкарабкиваться на под камнем. Может, ему какое-нибудь замедление кину, если это поможет, конечно. Камень пошел.
А, нормально, нормально, биткоин. Прекрасно все. Я бы на том месте даже наоборот ускорил бы. А, блин, взрыв бы. Взрыв бы, как говорится. Но его нету. Такие моменты. Не хочу я этого чела делать. Да кто рофлит? Это Тахилор, ты чё, шутишь? Ты же с Тахилором стоишь, он никогда не рофлит. Запомни, запомни, с Андедом, с Тахилором, с Кадоем, с Арес нельзя рофлить вообще. Никогда. У него уже собаки. Блин, у Андеда уже апнутый блейд тоже есть. Неприятно. Я, пацаны, вот это не могу дефать в миде. Почему у нас остальные лайны... Почему у нас Арес до сих пор не выиграл Арес? Там, блядь, чел, который купил Дума в начале игры. Почему ты вот так вот лайн его не проносишь, как Тахилор Бетховена? Почему? Скажи мне. Собаки, конечно, против блейда подсасывают немножечко. Немножечко подсасывают. Ну так я говорю, он себе не кидает, и вот там Арес должен был давно выиграть лайн свой. В нулину, блять. Пацаны, мы это... Кинга качать-то будем, блять? Там кинга надо качать, а уешки покупать всякие против говна в миде. Это так, к слову. Слово надо делать. Нахуй чё. Кассобака, продавальщик. Хуев, блять. Сука, чтобы у тебя, блять, голды не было, мразь ебаная. Хуесос. Чтоб у тебя голды, блять, не было. Чтоб у тебя хуй отсох. Вот он, блядь. Демон нахуй ебаный. Нормально, нормально. Почти пролетел. Ну, уродина на Артасе, конечно, та еще. Блядь, как Артас, блядь, Арес, как Артас тебя, блядь, сука, пушит, скажи мне. Ладно, ты прошел, ну, блин, как он тебя пушит? То есть, как он на твоей вообще полыне оказался, не понимаю. Ладно, мне нужно ролить. Какие у меня дерьмовые юниты на самом деле? Либо у меня хорошие танки, я, наверное, возьму себе процентный реген по танкам своих. Сейчас сделаю танков получше. На скилле, блять. Ну он 1-0. Держу в курсе. На скилле, блять. Да, тупо скиллуха. Нечеловеческая, блять. Нечеловеческая скиллуха, пацаны. Жаль, у меня никакого антиира адекватного не выпадало за три ролла. Очень жаль. А, еще так подсираю, да? Отсюда. Отсюда прилетел. Я этого Артаса кикать буду, пацаны. Я вот с такими людьми не хочу играть просто категорически. У нас, смотрите, один лайн проебан, потому что Бетховен руина ебаная, да? А почему-то с другой стороны лайн не выигран, который, блядь, Арес должен был точно так же выиграть. А лайн не выигран, блядь, понимаете? В чем проблема? Дело в том, что лайн должен быть выигран, блядь. Собака ебаная. Кинга качайте, пацаны. То есть мне хуесос, блядь, подсирает, а Артас не может, блядь, его наказать за это! Почему, блядь, Арес не можешь наказать, уёбка, блядь? Проблема в том, что уёбок, блядь, ты. Ебаный, блядь.
Проблема в том, что ты не попадешь ни в одну мою катку больше, урод, блядь. Я с такими уродами, блядь, не играю, блядь. Которые, блядь, сука, играют на то, чтобы, блядь, как уроды сыграть, блядь. Я уже взял Фоксин. У меня очень жирный идол, хотя у тебя тоже что-то такое. У меня просто каждый, блядь, 3-4 хода Дум, блядь, вылезает. Ну шо, урод. Ну вот, блин, Дума надо сделать дороже чисто, чтобы его уроды не брали вот такие вот мразотные, блядь. Типа он не стоит 1100, ну блять. Но меня заебали уроды просто. Реально заебали уроды. Блин, нарез дурачок. Там, блин, чел големов построил, он каких-то лизардов сделал против него. Каких-то волков сделал миллиард, блять. Непонятно вообще зачем, для чего. Я не понимаю вообще, чем арез, блять, думает. Хуем, блядь. Ну, смотрите, мразь мне просто на лайнс, сука, срёт, блядь. Скелет полезный, юнит. Ты не шаришь. Давай, продай, блядь, продай. Молодца, продал. Хуесос ебаный. Ну, пацаны, как бы, мой лайн, блять, полностью контролируется уёбком, блять. Тахилор полностью сам может выиграть свой лайн. Почему два других лайна до сих пор не выиграны? Скажите мне. Арес. Ты должен просто его ебать в рот, блять, сука. 2-4 на 7. Почему ты не делаешь это? Надо ебать в рот его. Жестко. Уродца такого ебаного. Вот, дума нету, все, сразу, блядь, проебался. Ну там миллион дерева сейчас, конечно, против меня выйдет. Сложно будет. Но вот это я не знаю, ну... Копыта кто-нибудь купить? Не копыта, а Starfall тоже. Starfall надо обязательно купить. Ладно, я Starfall куплю. Я Starfall куплю. Под кинга его закину. Ну это, конечно, пиздец, пацаны, в руины. Биткоин, ты будешь ауешки покупать? Конечно, у него свой дом, потому что, блядь, за него 3, блядь, раза по 9 раундов засылали, блядь, дома. Конечно, он накопил дерево, блядь, долбоёб. Да я знаю, что ты выигрываешь. Блин, в миде говна очень много. И рано или поздно мы просрём, как бы. С такими вот проходами потрясающими. Биткоин, ну где замедление? Блин, он хуйню какую-то взял. Щит сирены, блядь. Здесь, блин, 10 защиты, но на Тиму это хороший арт, ну блин. Ты либо его улучши, либо, блин, ну. Типа у тебя не взято ни мина ебаная, чтобы застопить, ничего вообще. Ну то есть. Человек, который проигрывает лайн, он как бы должен что-то сделать для команды, понимаешь? Странно, что он здесь своих юнитов не продал, чтобы я прошел половину. Очень странно, это очень странно. Я и так сгорел с долбоеба ебаного. Ну это все, это смерть. Здорово, Регин.
Типа, такие челы, если игра не в одни ворота, они сразу же проебывают игры. Держу в курсе. С такой игрой. Я не знаю, почему мы так долго их убивали. Все же, Арес должен был просто в соло Кинга их похоронить. За там 30 раундов. С такой игрой от чела. Ну и 0 хилов, соответственно.